Сергей Кудренко для своего сайта Kudrenko.info, и это уже 16-й скринкаст по теме PHP, интернет-магазин «Корзина». Вот здесь я уже на своем сайте разместил 15. Здесь есть вот ссылка на промежуточный наработанный материал. Наверное, после этого скринкаста я тоже размещу такую еще одну ссылку. И мы сейчас на данном этапе у нас имеется следующее. Если мы запускаем, у нас открывается каталог. Открывается каталог. И здесь в верхней части у нас корзина. Ну, например, в данном случае, например, закрою для того, чтобы сессия убить. Закрываю, вот открываю заново, пользователь заходит, у него здесь ничего нет, он проходит по каталогу, добавляет товар в корзину, там переходит по каталогу, выбирает, например, вот такой, добавить в корзину, его перебрасывает опять же сюда же, мы добились того, что перебрасывает на ту же страницу, с которой он добавил в каталог. Ну, таким образом, какая-то сумма, какие-то товары у него в корзине есть. Дальше от корзина. В корзине у нас выводятся товары, которые он заказал. Количество этих товаров, цена товара. Ну, еще нам надо общую сумму здесь проставить. Давайте этим займемся. Переходим в карт, в файл карты, в PHP, в корзину, в тележку. И вот у нас еще... Здесь есть общая сумма. Делаем вставку PHP. 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 И здесь, значит, пишем следующее. Следующее echo. Или echo. Не знаю, как правильнее будет. Форматируем вывод, пишем number формат, number формат, формат. Так, и здесь прописываем, выводим из базы данных, из массива product, выводим цену по данному конкретному товару из поля price, и все это умножаем на количество товара, которое берем из переменной quantity. Так, вторым параметром идет количество после запятой, мы пишем 2. Здесь я, например, ставлю, опять же, у кого что есть, гривны. Так, и если мы сейчас посмотрим, то в нашу корзину, я ее перегружу, здесь появляется общая сумма по каждому конкретному товару. Значит, и здесь вот имеется общая сумма в корзине. На данном этапе мы здесь это все решили. Теперь надо решить следующий вопрос. Обновление количества, в общем, удаление и обновление количества товаров в каждой корзине. Для этого мы создадим новую функцию update cut. Давайте этим вопросом займемся. Да. Еще один важный момент, это же все мы давайте оформим в форму. А для этого вот здесь вот мы давайте пропишем. Давайте здесь так сделаем сначала проверку. Напишем так PHP вставку.
И тут пишем, если if существует сессия session, и у ней массив карт, то в этом случае мы вот тут так вот открываем условия, и вот здесь вот внизу это условие закрываем. Вот тут в самом низу. Мы это условие закрываем. Тоже опять вставочку PHP. Тут, значит, дальше закрываем. Я убираю. Подсветилась ошибка, непонятно почему-то. Ну да, ошибка подсветилась, потому что я ж не закрыл кавычку. Так, ну и если у нас сессии нет, то есть в корзине ничего нет, мы пишем else, опять открываем. И здесь напишем, выведем просто echo, напишем так, ваше в тегах p, ваша корзина пуста. И тут в ссылке в якоре ссылки напишем вернуться к покупкам. Перебросим на индексовый файл, пишем href. И тут пишем индекс PHP. Так, опять ошибка. Да, ошибка, потому что двойные кавычки в двойных кавычках. Ставим одинарные кавычки. Сохраняем. Я закрою браузер. То есть сессия у нас все уничтожена. Теперь открываю его. Здесь у нас пусто. Корзина. Ваша корзина пуста. Вернуться к покупкам. Все правильно. А вот это мы сейчас оформим в форму. Форму. А для этого пишем. Вот здесь вот где-то выше table мы пишем form. И закрываем вот здесь вот внизу. Форму закрываем.
сохранить. В форме прописываем action, куда мы будем передавать этот файл, а мы его будем передавать на index.php, index.php и на еще здесь присоединяем view update cut. Card. И метод, которым будем передавать, метод post. Так, в этом файле у нас есть update card. Но здесь должно выскочить обновление. Угу. И еще кнопочку надо тут прописать нам. Пишем кнопку в тегах P. Вставляем input. И ему задаем тип submit. Name update. Update. И значение, то, что будет написано на этой кнопке. Обновить корзину. Так, сохраняем. Посмотрим. У нас здесь пока что все пусто. Добавляем. Тоже что-нибудь подобавляем. Так, переходим в корзину. Что-то у нас выбрано добавить. Нажимаем обновить корзину. Попадаем в обновление. То есть мы в индексовый файл попадаем на свитчи, в цикл свитчи попадаем вот сюда вот на обновление. И здесь уже давайте писать код на обновление. Так, ну, пожалуй, данный скринкаст я закончу. Промежуточный материал пока не буду. Пока что нечего. Наверное, на следующем, когда уже мы обновим корзину, тогда промежуточный материал я выложу.